Свободу! Собрание! Всегда и везде! Свободу! Собрание! 31-я статья! 31-я статья! Согласованы с органами исполнительной власти. Убедительная просьба разойти. Не мешаем, коридор. Не дави, куда? Путин застал! 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 Так незаметно, даже не... Давай, растягивайся сюда! Я пока не считаю. Воевать со своим народом! Приедете домой, расскажите, за что вы получаете деньги, что вы с дубинками, с рациями, в бронежилетах воюете со своим народом. Просьба не задерживаться на пешеходном переходе. Проходить, не мешать проходу других граждан. Так не пропускаются. А там нету, там шеренга всех оттесняет. Статья называется 31-е граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и агитирование. Вы вот это читали? Да они не умеют. Почитайте, я вам подарю эту книжку. Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Кавказ, готовы? Все, давай. Это спинки, кстати, тоже помогите мне. Андрей, открывай. Дальше, тем жестче!